Неплохой вид. Апс. Потому что не туда смотрю, вот и неплохой вид. Ладно, едем к заданию. И судя по всему, нам сюда. Сейчас Олдбой опять будет командовать, а? Это значит, что завяжется дикая перестрелка, скорее всего, что это такое. Чекин в точке City Hot Point. Федеральная тюрьма. Да, спасибо. Что я еще могу сказать перед федеральной тюрьмой? Спасибо, что откинулся. Рыжий тебе не идет. Так, наверное, говорили члены Святой Инквизиции. Веке так 15-м. Если он в старом здании, будут проблемы, но Блюм не тормозят. Спасибо им за мою легкую жизнь. Можно просто приселить ментов и не сдавать мобилу, вот и все. Можно зачистить. Стой! Брось ствол! Орды в пол, ну! Руки за голову, живо! Давай! А можно было просто как посетитель прийти. Замри. Улыбочку. Смит. Я в тюряге, давайте действовать, как действовали в постеле. Где мои спички и где краник для воды? Где свиная голова? Я ничего не понимаю, как отсюда сбежать без свиной головы? Мы здесь лет на 20, все, вырубаем игру. Эй, кто-нибудь, почему в моей камере такое большое стекло, чтоб все видели, как я сру? Что за тюрьма такая, а? Может, всю дверь стеклянной бы сделали? Эй! Так. Здесь нечего повзрывать, нет? Полкило тротила в стене не торчит. А, туда еще подберись, блин. А что не ломается-то? Вот для тебя, да? Иди вперед. Че ты встал-то? Вперед. Вперед. Я даже ни на кого другого не могу переключиться. Если он сейчас здесь застрянет, так я вместе с ним застряну. Что? Кто-то меня заметил? В чем меня заметили? Что я стою у двери? Эй! Дурачина, развернись, иди к той двери. Какие вы нудные ребята, однако, а? Ну, трындец просто какой-то. И как эту хрень взломать? Ну, наконец-то. Джорди, я внутри. Да ты что? Молчал бы. Накосячил ты, а разгребать теперь мне. Ты давай-ка потише. Если попадешься, то мне тебя оттуда не вытащить. Разыщу тюремный график. Упс! Хорошее начало. Ой, идите-ка вы нафиг с этими стелсами, а? Как я ненавижу стелс без возможности кого-то устранить. Это самый наитупейший стелс в мире. Я должен иметь право кого-нибудь убить просто, голыми руками замочить просто, вот просто вот разорвать глотку.
гланды наружу, там, без мороженого, без права кушать мороженое. Просто кубинский галстук им всем сделать. А нельзя. А потому что мы в тюрьме. Без свиной головы. И как эту дверь ломать? Отвернись в другую сторону. Как ты меня заколебал? Когда надо было, стоял спиной. Когда не надо было. А, там же щиток-то. Погодьте. Щиток же там, правильно? А, нет, не там, здесь. Я нашел. Где двор для прогулок? Наверху. Да, это не лазер, а не спутник, хотя кто его знает? Я надеюсь, это чекпоинт. Значит, будет мне не очень хорошо. А уж мы с этой инфой. Черт, пора. Ждите. Привет. Бежим, 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 бежим. Так, там. Что, они не там, не здесь, не там, не тут. Встань. Все, они запалили, слава тебе, Господи. Можно мочить охранников направо и налево или как? Очевидно, нельзя. Что дальше? Что нажимать, господа? Что мне нажимать? Не-не-не-не-не, куда ты полез, обезьянка? Не забывай, ты в культурной тюрьме. Короче, его надо ломануть. Пока он обратно пойдет, но это полгода пройдет. Так, двери есть. Хорошо. Ах ты, тварь, вот ты нашел время, а? Привет! Как работается? Я думаю, после такого героического задержания особо опасного преступника ты точно пойдешь в отпуск, причем бессрочный. Так, я надеюсь, здесь таймеров никаких не стоит, здесь и так хрен пойми что. Конечно, без таймеров, конечно, что париться, зачем таймеры, кому нужны таймеры, они для лохов вообще. Надо все по расслабону делать. Чувака, имеется татуировка на все лицо. Дерьмовая. Зато очень приметная. Он где-то здесь. По-любому где-нибудь посредине, да? По-любому один сидит. Вот здесь, например. По-любому же ты вот под этой камерой. Нет. Ну чё, кто, где, что? Хрен с татуировкой. Хрен найдешь этого хрена с татуировкой. Он, по-моему, черномазый был. Ты? Нет, не ты. Может, не черномазый, не знаю. Кто из вас? О, Путин, смотрите. Нифига ж себе. Посадили. После новостей по радио, видимо, да? Ну вот, я же сказал, один сидит. Так, как до тебя добраться? Все? Нет, не все. Какие-то претензии? Сидит на желтой линии. Отрезать ноги. Кто вы такие?
молчишь? Боже мой, где документы? Уже? Где мой адвокат? К адвокату и... Нет. Адвокат! Ё-моё! Только отряхнём тебя сперва. Ты что придумал? Я не вожусь с продажными... Заткнись ты уже! Чёрт, нужно действовать, пока его не убили. Сейчас прям замочат. У нас проблема. Сидел человек себе спокойно, я пришел, его начали мочить. Ну, это так обычно и бывает, да. Лифты работают, нормально. Сейчас бы, главное, на охранника не нарваться, а то откроется дверь. Здрасте. Меня на прогулку выпустили, да. Вот по-любому же, а. Нет, пусто. Даже на лифт со смартфоном связывается, а машину что не можешь остановить с помощью смартфона. Делишки тут творятся. Давай, наведи порядок в тюремной системе. Все чисто. Дверь на распашку. Сигнала тревоги не было. Гляди в оба. Что, два лузера забыли на стадионе? Без нас дело проворачивает? Ну и что мне здесь нужно сделать? Друзей. А с ними делиться кто будет? Нет, нет. Я же сказал... Ничего не было. Нам позвонили. Сигнал тревоги, говорите, да? Сейчас будет вам такая тревога, блин. Что у вас здесь? Что? А. Новый дробовик. Полуавтомат, судя по всему. Ну, сейчас будет весело, сейчас будет весело. Вместо Мочилова свидетель... Кстати, нафиг его... Кстати, нафиг его спасать, он же свидетель, его вообще грохнуть самому надо. Его сейчас грохнуть без нашей помощи. Нафиг я здесь вообще тут присутствую? Вы что, упоролись, что ли, все? Нахрена я его спасаю от смерти, чтобы сказать, что если что он скажет, я его убью или что? Логика. Прощай, моя любимая. Прощай. Ты была моей любимой логикой, но теперь тебя нет благодаря этой игре. Ее делали нелогичные люди. Так. Что-то там взломать, оказывается, надо. А вот теперь идем мочить, да? Всех из дробаша, всех ментов. 10 ментов положить. Сколько там? 5, 6, 7, 10. У нас раненые! Веселимся, народ! Меня тут свидетель, его нужно убить. Но я его спасаю. Это логично. Это логично. Это логично. Это логично. Это настолько логично, насколько это может быть логично. Отрежем его! Вперед! Я тебе сейчас отрежу. Я тебе сейчас отрежу. Нужна помощь, срочно! Внимание, я слышу выстрелы! Помощь сантехника, трубу прорвало, извините. А, у нас еще 10 ментов сдохло. Чуть не забыл про это сказать. Я думал, что я не в Resident Evil играю. Ладно, как скажете. Чтоб тебе такое предложить бы, а? Дроби, может, немножечко. Эх ты, тварь, а. Ты не офигел ли случаем? Ты сдох? Спасибо. А то я уже начал было волноваться. А, еще не все. Я надеюсь, это не спецназовцы такие же, как этот, блин. Джаггернаута какого-то послали, блин. Один на всю тюрьму такой, оснащенный. Хедшот тебе, охранничек.